Я сейчас мастерю небольшого снеговика. Вот у него уже шапочка готова. Осталось только прикрепить ему нос и расчесать бороду. Кольца и нитки в руках мастерицы буквально на глазах превращаются в маленькую фигурку. Эта техника называется макраме. Виктория Майская влюбилась в нее 5 лет назад. Теперь занимается профессионально. Панно, гобелены, сейчас ей все по силам. Корзинки, панно, гобеленчики, игрушки новогодние на елку. По соседству с Викторией расположились народные куклы. Анна Осипова из Голицына занимается их изготовлением уже больше 20 лет. Вот, например, неразлучники. Их по традиции дарили на свадьбу молодоженам, чтобы уберечь от расставания. Обычно делают неразлучников из травы, из лыка. Можно даже сделать из веток. Но на эту работу ушло очень много времени, потому что это нужно было сделать отдельно туловище, ноги, руки, а потом все это соединить. И я считаю, что дня 2-3 я на нее потратила. Во-первых, очень много времени уходит на ткани, на наряд куклы, потому что не все ткани подходят. Из тканей только натуральные. Одежда обязательно с мелким рисунком. Сделанные по всем правилам, а главное с душой, неразлучники обязательно принесут счастье в семью. Цех мастеров собрал в Одинцовской библиотеке номер 1 более 30 рукодельниц, владеющих самыми разными техниками. Это и салфетки, и декорации, и новогодние игрушки, и вязаные изделия. Здесь мыловары представлены, украшения из натуральной кожи и из натурального камня. Пока взрослые любовались ручными работами, посетители помладше сами рукодельничали, конечно, под четким руководством мастериц. Шапочка сюда, носик, значит, где-то здесь, да? Цех мастеров работал всего один день. Желающих принять участие было много, места хватило не всем. Но тем, кто не попал на новогоднюю ярмарку, организаторы советуют не расстраиваться. Такие мероприятия они планируют проводить каждый сезон. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».